Настя? Добрый вечер, Андрей. Здравствуйте. Это вам. Слушайте, Настя, у моей компании скоро день рождения. Ну, корпоратив и все такое. Я вас приглашаю. Приходите. Хорошо, я приду. Встретил мужчин своей мечты. Девушка, а можно вас пригласить на танец? Ой, извините. Шальная ночь метелью заиграла, на тонких струнах музыку без слов. А до тебя всего лишь три квартала и пять твоих пропущенных звонков. Опять зима с ответом опоздала. Похоже, я на самый долгий сон. Передо мной перроны трех вокзалов. Перед тобой ветра с пяти сторон. Когда ты все прощала, то до пяти считала про себя. Упала в окна медленное утро, метель сложила крылья у дверей. А между нами ровно три минуты. Наш огонь любви.